Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Елена Чередова и Александр Болдырев. И сегодня мы предлагаем вам маленький мюзикл по сказке Корнея Ивановича Чуковского «Муха-цокотуха». Музыку написал Александр Болдырев. Итак, мы начинаем. Мухе-цокотухе меду принесла. Бабочка-красавица, кушайте варенье. Или вам не нравится наше угощение? Утром какой-то старичок-паучок наш муху в уголок поволок. Хочет бедную убить, цокотуху загубить. Подлетает к пауку, саблю вынимает и ему на всем скаку голову срубает. Муху за руку берет и к окошечку ведет. Я злодея зарубил, я тебя освободил, а теперь, душа девица, на тебе хочу жениться. Тут букашки и козявки выползают из-под лавки. Слава, слава комару, победителю! Прибегали светляки, зажигали огоньки. То-то стало весело, то-то хорошо. Эй, сороконожки, бегите по дорожке, зовите музыкантов, будем танцевать! Музыканты прибежали, в барабаны застучали, бам-бам-бам-бам, пляшет муха с комаром, бам-бам-бам-бам, пляшет муха с комаром. А за нею клоп-клоп, сапогами топ-топ, козявочки с червяками, букашечки с мотыльками, а жуки рогатые, мужики богатые, шапочками машут, с бабочками пляшут. Тарара, тарара, заплясала мушкара, муравей, муравей, не жалеет локтей, с муравьихою подпрыгивает и букашечкам подвигивает. Сапоги стучат, каблуки
трещат. Будет, будет машкара веселиться до утра. Будет, будет машкара веселиться до утра. Вот такая история. До свидания, дорогие друзья.